Пока хозяин готовил снасти к предстоящей рыбалке, его загородный дом сгорел. В субботний день, 23 апреля, спасателям поступило сообщение о пожаре на одной из дач в деревне Загорины. К моменту прибытия кровля строения была объята пламенем. На тушение пожара подразделения МЧС затратили около получаса. В результате огнем была уничтожена часть дома и находившееся внутри имущество. Фактически остались лишь стены. После осмотра места происшествия версия поджога исключена. Скорее всего, причиной появления огня стала неисправная проводка либо печь.